Привет, друзья! Сегодня всего лишь из одного длинного шарика ШДМ мы сделаем такую бабочку-милашку. Итак, начнем. Для работы нам понадобится один длинный шарик ШДМ, его размер 260, насос для воздушных шаров и перманентный маркер. Сначала шарик растянем, а затем наполним его воздухом и оставим очень длинный хвостик. Вот какой. Немножко спустим воздух и завяжем хвостик. Как завязать шарик без нитки и все полезные ссылки ждут вас в описании. Добро пожаловать! Разомнем шарик и начнем изготовление бабочки. Сначала сделаем один усик. Перераспределим воздух к хвостику. Вот, мы рукой надавливаем, и получается такой хвостик. То есть воздух отходит. Так. Сейчас определимся. Ну, давайте где-то на 3 пальца хвостик такой сделаем. Теперь левой рукой этот хвостик придерживаем, чтобы воздух не ушел. Скручиваем шарик один раз. Вот так. Теперь складываем и перекручиваем еще раз. У нас получится элемент пинч-твист. Это будет голова бабочки. Она будет состоять из двух таких элементов пинч-твист. Поэтому сделаем еще один пинч-твист. Скрутим шарик. Раз. Хвостик пока лучше придерживать. Складываем. И перекручиваем. Вот так. Бабочка эффектная, но надо потренироваться. Вот. И усик смотрит вниз. Теперь, как обычно, несколько разомнем шарик. И будем делать верхние крылья. Тоже маленькие, буквально на 2,5 пальца. Скрутим шарик раз. Складываем. И перекручиваем. Далее делаем второе такое крыло. Скрутим шарик второй раз. Скручиваем. Складываем, скручиваем еще один раз. Вот так. Теперь мы сделаем нижние крылья. Вот эти. Они у нас совсем маленькие. Ну, буквально пальчик с небольшим. Давайте. Тут очень важно четко рассчитать каждую деталь, то есть длину каждой детали, иначе просто не хватит воздуха. Сейчас посмотрите, в чем дело. Еще делаем одно такое крылышко. Скрутим шарик. Вот так. Раз. Теперь складываем вот так и делаем еще одну петлю. Такое месиво получилось. Давайте расправим шарики и посмотрим. Итак, это у нас верхние крылья. Это голова. Это усик. Выведем его вверх. С другой стороны у нас еще часть головы. И два нижних крыла. Вот. А остаток шарика выведем вперед. Вот. Так что не так все плохо. Вырисовывается красивая бабочка.
И из этого остатка шарика мы сделаем брюшко. Это брюшко, а это второй усик будет. Итак, скрутим шарик раз, аккуратно. Здесь нам воздух еще пригодится. Теперь вот так захватываем. На другую сторону выводим. И вокруг элемента пинч-твист, то есть вокруг головы, вот этот перекручиваем. И выводим сюда вверх. У нас получится два усика. Голова. Теперь надо вытянуть усики и расправить все шарики. Вот верхние крылья, вот нижние крылья, голова, брюшко. Давайте на другую сторону. Видите, голова неровно стоит. Сейчас мы ее вот так развернем. Очень красивая бабочка. Ну, друзья, мы бы сказали, что она достаточно сложная в исполнении. То есть для того, чтобы ее хорошо, качественно сделать, надо потренироваться. Ну что, нарисуем ей глаза. Все, дорогие друзья, бабочка-милашка из воздушного шарика готова. Тренируйтесь, и все получится легко и просто. Сделай сам. Пишите нам. С удовольствием ответим на все ваши вопросы. С уважением, Ромашка-клоун. Добро пожаловать на наши каналы и сайты. Ссылки будут в описании. Пока!